Доброе утро, дорогие телезрители! Активный образ жизни – залог отличного настроения и хорошего самочувствия, поэтому вставайте с дивана и повторяйте за нами. Доброе утро! А сегодня у нас с вами будут очень активные упражнения, чтобы взбодриться на весь день. Для этого нам понадобятся лавки. Вы можете использовать любые твердые поверхности. А первое упражнение, которое мы будем с вами делать, это зашагивание на лавку. Подходим к нашей лавке, начинаем с правой ноги. Вторую ножку, бедро поднимаем. Чем выше мы ее поднимем, тем более активным будет наше упражнение. Очень важно следить, чтобы стопа полностью стояла на поверхности, иначе она может просто соскочить. Многие признаются, что им сложно тренироваться регулярно. Подскажите, как себя настроить, чтобы не бросать тренировки? Главное – правильно себя мотивировать. Очень важно отслеживать динамику наших результатов. Поэтому я настоятельно рекомендую первоначально перед занятиями сначала измерить какие-то объемы, сфотографироваться, знать, от чего мы идем и, конечно же, к какой цели мы идем. И на протяжении долгого времени мы сможем сохранить мотивацию и веру в себя. А теперь приступим к следующему, не менее активному упражнению. Прыжки через лавку, держась за нее руками. Очень важно перепрыгивать двумя ножками одновременно, перенося вес тела на плечевой пояс. После таких упражнений прилив силы и бодрости гарантирован. Всем хорошего дня!